Добрый день, дорогие друзья, коллеги, наши постоянные партнеры, наши любимые зрители и радиослушатели. Поздравления, вручение наград и теплые слова. Телеканал «Алмазный край» отметил 20-летний юбилей. В районной администрации в этот день собрались ветераны и работники медиакомпаний. Их поздравили приглашенные гости. От лица руководства акционерной компании «Алроса» я хочу поздравить коллектив медиакомпании «Алмазный край» с их юбилеем, поблагодарить их за ту большую работу, которую они делают и продолжают делать. Люди, которые стояли у истоков образования студии, вспомнили о первых трудностях и победах. Все уже было настроено, и машина шла, а вот в эти 7 лет, вот все... Все было самое тяжелое, самое неприятное и самое радостное для формирования коллектива. На этом празднование юбилея не закончилось. Телеканал решил отметить свой день рождения с размахом. Подготовили спортивно-развлекательную программу для жителей алмазной столицы. В праздновании юбилея телеканала приняло участие более 300 жителей города. С самого утра на стадионе «Триумф» состоялась спортивная программа «Спорт нон-стоп». Более 6 часов жители города занимались разными видами фитнеса. Одновременно с нон-стопом стартовали уличный баскетбол и велоквест. В них участники разбились на несколько команд и боролись за призовые места. В парке юных жителей города ждали герои мультфильмов и игровая программа. В прямом эфире телекомпания «Алмазный край». И громко крикнем: с днем рождения! С днем рождения! Вечером с центральной площади телеканал «Алмазный край» провел прямую трансляцию праздничного концерта. В нем приняли участие и сами сотрудники телеканала. А мы в эфире! А мы в эфире! Много гостей в этот день пришли поздравить телеканал. Даже самый сильный дождь не испугал преданных зрителей. У нас очень много мероприятий, очень много важных вещей происходит, о которых надо рассказывать. И ваш телеканал – это самый удобный для этого способ. Вообще, я как режиссер монтажа из Ростова-на-Дону очень бы хотела работать в вашей компании. Поэтому желаю успехов в достижении дальнейших целей и побольше зрителей. Желаем воплощения новых проектов, и чтобы все реализовывалось. И, конечно же, рейтингов, самых больших рейтингов. Удачи! В завершении концерта сотрудники медиакомпании исполнили финальную песню. Она стала гимном телеканала. Алмазный край, мы вновь в эфир. Привет из удачного в лес, волшебную мода несем. И наш сигнал един, усилен в целом мире. В будущем телеканал «Алмазный край» и дальше будет радовать своего зрителя оперативными и интересными новостями. Всегда оставайтесь с нами. Злата Курбанова, Августа Степанова, Илья Засухин, Артур Голиков, Тимур Шерыжик, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».